Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья с Украины. Как мы видели уже недели, вы пока под ударами оккупантов российских захватчиков. Весь мир смотрел такое плохое и нечеловеческое обращение. Марокканский народ и все культурные народы с вами. Несмотря разные континенты, разные языки, разные веры, все равно человечество нас собирает. Все равно мы братья, и мы верим, что вы побеждаете. Потому что вы казацкий народ, который спасил Европу от османской оккупации. И сейчас вы защищаете мир от новых фашистов и глупости Путина. Мы верим в вас, потому что вы братья, которые всегда поют душу и тело за нашу свободу. И покажем, что мы братья казацкого роду. Вы правы, и право с вами. Вы никого не воевали и никого не нападали. Уверите в себя и быть оптимистами, что вы воеваете за человечество, за всего мира. И всегда помните, сгинут наши вооруженки, як роса на солнце. Победа Украины, слава Украине. До свидания.